Канал «Ребенок будущего» представляет. Привет, мои друзья! Я профессор Любознайкин. Я нахожусь в своей космической обсерватории. У тебя может возникнуть вопрос, а что же такое обсерватория и о чем этот профессор вообще говорит? И это очень хорошо, если у тебя возникают такие вопросы. Потому что, чтобы узнать что-то новенькое, необходимо задавать иногда себе вопросы и искать ответы на них. Так вот, обсерватория – это такое здание или несколько зданий, в которых находятся различные приборы и оборудование, предназначенные для наблюдения за различными объектами в космосе. А задумались ли вы, ребята, почему на Земле бывает день и ночь? Может, есть какая-нибудь волшебная кнопочка, нажимая которую можно включить и выключить свет на Земле? Нет, друзья. Как вы уже, наверное, знаете, наша Солнечная система состоит из Солнца, расположенного в центре. Вокруг Солнца крутятся планеты. Наша планета постоянно движется как вокруг Солнца, так и вокруг собственной оси. Благодаря Солнцу возможна жизнь на нашей планете. Солнце – это как большая лампочка, которая дает нам свет, и как большая печка, которая не дает нам замерзнуть. Смена дня и ночи как раз и происходит из-за вращения Земли вокруг своей оси. Какой стороной Земля повернута к Солнышку, там день, соответственно, на другой стороне Земли – ночь. Во время вращения одна сторона повернута к Солнышку, значит здесь день. На противоположную сторону Земли лучики Солнца не попадают, поэтому там ночь. Земля делает один полный оборот вокруг своей оси ровно за 24 часа, поэтому у нас в одних сутках 24 часа. Представь, что красная точка – это город, в котором ты сейчас находишься, а желтая – это город, где находится твой друг, который уехал в гости к своей бабушке на другую сторону Земли. Ты находишься на освещаемой стороне Земли, то есть над твоей головой сейчас солнышко, поэтому у тебя день. У твоего друга же наоборот, глубокая ночь, и он, скорее всего, тихо спит в своей кроватке. Но примерно через 12 часов все будет с точностью да наоборот. У твоего друга будет день, а у тебя ночь. Ну а на сегодня все, мои друзья. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока.